Бесперспективность режима путинской клептократии, обрекающей страну на социальную катастрофу, становится все более очевидной с каждым днем. Стремительно теряющий адекватность нелегитимный президент, конечно, может отдать любой преступный приказ, чтобы удержаться у власти. Собственно, он дает такие приказы каждый день. Жестокие расправы с участниками мирных протестных действий, судебный произвол, новые репрессивные законы. Все это становится повседневностью нашей жизни. Эта власть никогда не уйдет в результате организованных ей выборов. У народа России остается конституционное право и одновременно патриотический долг мирная, ненасильственная, антикриминальная революция. Ее инструменты – митинги, демонстрации, забастовки, кампании гражданского неповиновения с требованием демонтажа преступного режима. Но избавление от диктатуры не должно стать для нашей страны безрассудным прыжком в неизвестность. Настоятельной задачей оппозиции является создание широкого общественного движения, способного гарантировать цивилизованный переход от путинского паханата к демократической республике. Первоочередные требования и параметры этого переходного периода неоднократно были сформулированы на маршах и митингах оппозиции в декабре-июне. 10 сентября начинается регистрация участников форума «Свободной России». Регистрация будет проходить в интернете и офлайн в региональных центрах. Зарегистрироваться может каждый гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и разделяющий ценности и требования протестного движения. 20-21 октября участникам форума предстоит выбрать свой рабочий орган – Координационный комитет. Сам же форум остается при этом постоянно действующей структурой, принимающей все принципиальные решения по стратегии и тактике протестного движения, демонтажу путинского режима и реализации переходного периода. Форум «Свободной России» – это, если хотите, современная электронная веча свободных граждан России, отцов-основателей новой демократической республики. Становитесь ими. История падения авторитарных режимов учит нас, что оно всегда становится результатом взаимодействия двух факторов – массового давления снизу и раскола правящей верхушки. Собственно, все это мы видели недавно перед своими глазами в целом ряде стран Ближнего Востока. Примерно ясно, сколько нас вместе должно собраться на форуме, чтобы произошел этот раскол воровского политбюро и капитуляция неправедного, несовместимого с жизнью страны режима стала неизбежной. Так примерно несколько сот тысяч человек, готовых не только голосовать в интернете, но и выйти на площадь, отстоять свои требования. Поэтому не спрашивайте, как и когда произойдет мирная, ненасильственная антикриминальная революция. Это зависит от вас. Приближайте ее победу сами, одну на всех. Здесь и сейчас, на форуме «Свободной России».